Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусную и простую закуску из кабачков. Все будет максимально просто и полезно. Вот такие нам понадобятся продукты. Сладкий перец, морковь, чеснок, лимон, немного зелени, кабачки, сельдерей, соль, мед и растительное масло. По желанию также можно будет добавить острый перчик. Ничего в этом рецепте жарить не надо, так что приступаем готовить. Кабачки берем молоденькие и нарезаем примерно 1 сантиметр шириной. На вот такие колечки у нас получились. И теперь в подсоленной воде отвариваем кабачки в течение 2-3 минут, но не больше. Морковь натираем на крупной терке, сладкий перец и сельдерей нарезаем мелким кубиком. Добавляем сюда чеснок, сок одного лимона. Лимон можно заменить на яблочный уксус. Немножко солим. Все количество ингредиентов будет в описании под видео. Заходите, смотрите. И мед. Должна быть кисло-сладкая заправка получиться у нас. И немного зелени. У меня укроп и петрушка. Все хорошо перемешиваем. Кабачки выкладываем в форму и перекладываем нашей заправкой. И так повторяем, пока у нас не закончатся кабачки и заправка. И заливаем это теперь раскаленным подсолнечным маслом без запаха. Вот как шкварчит. Все, даем остыть при комнатной температуре, закрываем крышкой и отправляем на ночь в холодильник. Кабачки провели ночь в холодильнике. Сейчас будем пробовать. Конечно же, это очень вкусно. Всем приятного аппетита и всем пока!